В День Героев Отечества в Пензе увековечили память Василия Глазунова. Бюст нашего выдающегося земляка, первого командующего воздушно-десантными войсками, установили возле нового корпуса 78-й школы в микрорайоне Арбеково. Сегодня большое событие. Открываем бюст Василию Афанасьевичу Глазунову, участнику Великой Отечественной войны. Он участник был Брусиловского прорыва. Это 1916 год. Это легендарный человек. Это дважды герой Советского Союза. Это первый командующий воздушно-десантными войсками. Он награжден орденом Суворова Александра Васильевича, он награжден орденом Кутузова. То, что бюст установили возле 78-й школы, не случайно. Учебное заведение носит имя Василия Глазунова. С инициативой присвоить его выступали педагоги и учащиеся.